А вот линейки для волос темных я не встречала. И тем и примечательно вот это средство, это кондиционер. Я бы очень хотела познакомиться с шампунем, если он существует. Ссылки, кстати, на магазин производителя я тоже прикреплю. В общем, для темных волос прямо написано белым по синему. Это то, что меня покорило в первую очередь. Темность баночки, а чтобы вы знали, это один из критериев попадания на мою ванну, в мою ванную комнату и на краешек моей ванны. Посмотрите, я отдельно сниму, как блестят мои волосы на солнце, и это, конечно, кайф. Теперь вот это. Что это? Это антивозрастной. Делаем вид, что мы не видим надпись. Солнцезащитный крем для лица и тела. Если вы меня когда-нибудь видели живьем, то прекрасно знаете, что я очень белокожая, и у меня очень особое отношение к солнцу. Далеко ходить не надо, питерское солнце спалило меня в ноги. Это был урок, который я усвоила, поэтому теперь вот эта штучка. Я ее еще не пробовала, не распаковывала, ничего. Вот можно вот только сейчас